День защитника Отечества. Этот день много значит не только для ветеранов, но и для школьников. Вот, например, в Развилковской средней школе каждый год 23 февраля готовят специальную праздничную программу. Наша съемочная группа побывала в гостях у учащихся и узнала, что же было особенного на этот раз. Подробности далее. Цветы, парадная форма и море детских улыбок. Так в этот день в Развилковской средней школе встречали ветеранов и воинов-интернационалистов. Особенный день, посвященный всем защитникам Отечества. Радостно, что отмечают это, не забыли нас, ветеранов, видите, как встречают нас. Ну, я думаю, что и все с удовольствием встречают. С радостью. Учителя и школьники с особым трепетом приветствовали героев праздника. Символично, что отмечаем этот день и в дату 25-летия вывода войск из Афганистана. И сегодня мы встречаем в школе воинов-интернационалистов. Ученик нашей школы Сергей Соломатин, участник этих событий, погиб в Афганистане. Хочется отметить, как удивительно относятся к этому дню дети, как они дорожат встречей с ветеранами. Я всегда рад очень видеть ветеранов, как это герои нашего времени. Они пример мужества и отваги. Я всегда очень рад слышать их истории, рассказы о войне. Когда ты думаешь, ты соотносишь сейчас, как мы живем, понимаем, что это досталось очень большой ценой, и мы должны ценить все, что сейчас у нас есть. Каждый год, готовя праздничную программу, сотрудники школы думают, как же удивить гостей. На этот раз для участников торжества подготовили детский смотр. Товарищ командующий парадом! Отряд 3-го Е-класса для участия в смотре строя и песни построен. Совсем еще юные мальчишки и девчонки, одетые в форму, показывали отличную строевую выучку. Направо, налево, кругом, шагом марш. Ну и песню запевай. Все как положено. Мне больше нравятся концерты школьников, чем профессионалов. Потому что они искренне. Вообще очень достойно, так сказать, проводят это. Порадовали ребятишки и концертным выступлением. Тут и песни, и танцы, и стихи. Помнит мир походы легендарные, чтит и помнит всех, кто пал в борьбе. Красная армия, Российская армия. Слава, слава, слава тебе! Как приятно выразить ветеранам уважение и признательность. Дорогие ветераны, я поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.